Кто знает, сколько стоит жизнь? И кто достойно оценить ее сумеет, и оценив смирение почтит того, кто жизни дар имеет? Нам дав ее, лишь знает только Он, какую цену жизнь наша имеет. И чтобы нам не понести урон, ключами жизни наш Отец владеет. Во чреве Матери соткал Он нас, а нас Он знает все, все без остатка. И чтобы огонь жизни не погас, Дух Божий в нас вдохнул без недостатка. Когда ты образуем был во чреве, познал тебя Он, твой Отец благой. Все дни записаны в святую книгу, те, что еще не прожиты тобой. И прежде чем ты вышел из утробы, Он освятил тебя. Пророком Он поставил тебя, чтобы Его ты истину являл, любя. Еще нет слов на языке твоем, а Он все знает, знает совершенно. Путь предлагая с Ним идти вдвоем, чтоб стал Его ты отражением. Ему мы благодарны быть должны за каждый вздох и каждое мгновение, за то, что в вечности Ему нужны, что наделил нас жизнью вдохновением. Жизнь вечную нам даровал Отец. Земная жизнь — лишь маленький отрезок, чтоб получить нам святость и венец и веру обрести хоть напоследок. За нашу жизнь отдал жизнь Иисус. Любовью Отца цена измерена, чтоб путь земной пройти нам не во зле. Мера любви для нас Отцом отмерена. Сын Божий все грехи понес за нас, и, приняв на кресте мучения, любовь Отца сполна этим явил, дабы в Его любви смогли мы растворить сомнения. Сказал Он: «Будьте святы, как Я свят», и показал, что это выполнимо. Моей ты будешь милостью объят, грех и проклятие не коснутся, пройдут мимо. Иисус пришел на землю показать, что жизнь земную можно прожить свято, чтоб ты не смог Ему, мой друг, сказать, что Он относится к тебе предвзято. Господь дал жизнь нам, чтобы мы смогли прожить ее насыщенно, со смыслом, чтобы в конце пути нам получить отцовский пропуск к неземной отчизне. Он каждому отмерил свой удел и направляет нас на стези вечности, где радость, мир, добро царит, любовь Его течет до бесконечности. Чтоб вечность начертать в своей судьбе, должны мы путь пройти, Отцом отмеренный, чтобы потом, в конце пути, перед Его престолом стать уверенно. Аминь.